Психолог Лиана Пау заметила бездомную борзую собаку на улице одного из городов Южной Испании. Заметив, что с ней что-то не в порядке, она отвезла ее в ветеринарную клинику. Ветеринары диагностировали у собаки переломы лап. Кроме того, они заметили, что ее сосцы полны молока и догадались, что собака недавно родила щенков. Ветеринары надели на собаку ошейник и длинный поводок и пошли за ней. «Мы просто шли за ней», — говорит ветеринар Эллен Собри. Она явно знала, куда идет. Хромая и подволакивая лапы, собака повела ветеринаров через улицы и шоссе на окраину города. Собака привела ветеринаров на городскую окраину. Там, на задах стоянки для грузовиков, они обнаружили 10 пухленьких и совершенно здоровых щенков. «Я не могла поверить своим глазам», — говорит Эллен Собри. «Собака нас совершенно не знала. Мы познакомились всего час назад. Просто необыкновенно, что она решила довериться нам и показать место, где спрятала своих детей». Самоотверженную собаку назвали Верой. Сейчас она и щенки проходят лечение в клинике Эллен. Как только собаки полностью поправятся, местная зоозащитная организация найдет им новый дом и любящих хозяев. Если вы любите домашних животных, то обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео.